Сейчас мы продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. На первом этапе заведите вот такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, сиди. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. 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 Хорошо. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно с ней поиграться, заодно поотрабатывать команду ко мне. Команда ко мне – сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывать в отведенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Сюда! Ко мне! По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне! Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, гуляй! Хорошо. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Сидеть. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. Свою работу окончили. Молодец, пацан.